Складывать надетые вещи в шкаф не принято, ведь там лежат чистые вещи. Но и отправлять их в стирку сразу же, если они носились всего раз и не испачкались, тоже. Поэтому обычно такой одежды зарастают стулья, кресла, спинки дивана и все горизонтальные поверхности мебели в доме. Так куда же деть эти вещи, не создавая беспорядка? Для этого есть как минимум 5 мест. Первое. Напольная вешалка. Этот способ не прячет одежду с глаз, но зато у ношенных вещей появляется официальное место, а значит поддерживать порядок будет проще. Есть компактные напольные вешалки, одноуровневые, многоуровневые. Можно вешать одежду на перекладины или использовать плечики. Второе. Крючки на стене или двери. Вешалку для ношенных вещей можно организовать на внутренней стороне двери, как это делали еще наши бабушки. А чтобы они не были видны, можно отгородить временный гардероб легкой шторкой, закрывающей беспорядок. Кстати, то же самое можно повторить на стене, где есть окно. Приделать крючки справа и слева от окна. Их вместе с вещами закроет штора. Третье. Сундук или комод. Главный плюс такого способа хранения вещей в том, что сундук может по совместительству украшать интерьер. Полезно и удобно, а главное не забыть в нем вещи. Четвертое. Шкаф. Если места совсем мало, можно выделить для ношенных вещей полку в шкафу. Но даже в этом случае их лучше изолировать от чистых с помощью короба с крышкой. Пятое. Коробка или корзина. Отдельную большую коробку можно поставить в комнате. Лучше всего рядом с тем местом, где вы обычно переодеваетесь. Главное правило. Если вещь пролежала в одном из этих мест несколько дней, то так и не была надета, смело отправляйте ее в стирку.